Чистота одной из самых больших детских площадок в поселке Мехзавод оставляет желать лучшего. По вечерам здесь собираются сомнительные личности, а утром после них остаются горы мусора, среди которого и вынуждена гулять детвора со всех близлежащих дворов. Всякий мусор валяется, все окурки свои от табака, стекла очень много. Дети режутся этими стеклами. Так больше продолжаться не может, решили члены общественного совета. Провели уборку территории и установили запрещающие таблички. В процессе преображения площадки участвовал весь двор. Табличек, запрещающих курить, парковаться и выгуливать животных на детской площадке, уже установили около 20. Яркие вывески сразу пробудили в жителях активную гражданскую позицию. Жители, которые видят, что мы работаем и вешаем таблички, говорят, это замечательно, это психологический эффект очень большой. Жители в возрасте, которые видят, мы будем делать замечания тем, кто ставит машину, кто выгуливает собак. Раньше мы им просто говорили, и это не имело никакого эффекта. Сейчас мы можем сослаться на табличку. Теперь общественники мечтают о ремонте площадки. Да и прилегающую к ней территорию неплохо было бы благоустроить. Сами качели, карусели пришли уже в негодность давным-давно. Выгуливают животных у нас прям в песочницах некоторые граждане. Где-то нужно что-то добавить, и потом внесем себе их в план для дальнейших их или починить, покрасить, где-то что-то заменить. Совсем скоро мечта жителей сбудется. Детскую площадку в районе дома номер 28 по улице 11 квартал обновят по программе «Двор, в котором мы живем». Все это стало возможным благодаря активности жителей. Преобразить собственный двор нетрудно, но каждый такой маленький шаг делает город лучше в целом. Претворять идеи жителей в жизнь призвана реформа местного самоуправления. И следующий ее этап – формирование районных советов, в которые должны прийти люди дела и созидания. Лариса Шлафа, Сталина Чемерис, Максим Гусев. События.